килограмм полкостей плеча и предплечья. Назовите, покажите кости, составляющие плечо и предплечье. Заинтересованный орган будете показывать. Молодец. Спасибо. Молодец. Приветствую, меня зовут Васильев Кирилл, я участник конкурса «Лучший молодой специалист» 2024 года. Вот, сегодня у нас в стенах медицинского колледжа Владимира Михайловича Бехтерева проходит второй тур конкурса «На столе пирогов». Суть этого тура – это анатомия. По работе со столом пирогом могу сказать, что для студентов, будущих медиков, в плане изучения анатомии, конечно, это большой бонус и подарок, потому что на нем можно посмотреть абсолютно все органы, системы, скелет. Не только просто визуально, можно выбрать, можно удалить, можно обвести, можно различные срезы, сагитальные, латеральные, все что угодно. В общем, на нем можно сделать, это большой плюс. Естественно, этому обучают, есть определенные консультанты, спасибо этому человеку большое, вот, но это большая находка. На самом деле, большое спасибо разработчикам. Стол Пирогова – прекрасное устройство. Мне очень понравился его интерфейс, так как его можно взять с собой и на телефоне, и можно заниматься за большим, красивым интерактивным столом вместе с педагогами. Это очень интересно, потому что, когда обучалась я, в мое время такого стола не было, и я считаю, что для студентов это находка.